Последние годы в России и в других странах мира среди молодежи распространенным увлечением стало огненное шоу или фаер-шоу. Для фаерщиков главное не укрощать огонь, как считает большинство людей, а именно танцевать с ним. Смотрим на огонь и восхищаемся мастерством участниц Ирины Митюшовой и Натальи Подзоровой. Сливаются в один сплошной круг. На расстоянии кажется красиво и легко. Однако это только издалека. Чтобы научиться танцевать с огнем, нужно обладать терпением, трудолюбием и здоровым авантюризмом. Именно эти качества помогли Софье Сидяковой стать победительницей Fire Battle'ов 4-го Сибирского фестиваля огня 2012. Приветствуем Софья Сидякова! It's a cold and crazy world, as raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life to stand. It's a need, it's blessed. No, we're holding back from fire.
Поэтому напоминаем зрителям, не подходите близко к человеку с огнем, не курите.